Выборы в Германии были абсолютно предсказуемы, по мнению немецких политологов. Результат был известен давно. Путин виртуозно шутил на Валдае про третий срок. Но эти выборы, с одной стороны, оставили нам известного партнера Германии, оставили Европе известного руководителя, потому что Меркель руководит, конечно, Германией, но влияет на всю Европу определяющим образом. И надо сказать, что, к сожалению, российская европейская интеграция остановилась. Но не в связи с этими выборами, не в связи с личностью Меркель, просто вдруг выяснилось, что главной европейской ценностью, которую мы должны принять в процессе этой интеграции, является гомосексуализм. Не все готовы делать своих детей гомосексуалистами. Даже люди, которые сами придерживаются соответствующей ориентации в России. И это является объективной преградой дальнейшей интеграции России и Европы. Мы думали, что чтобы поехать в Европу наших ценностей, нужно купить билет на самолет, а оказалось, что чтобы попасть в Европу наших ценностей, нужно купить машину времени.